И, наконец, о музыке. «Опера априори» – так называется новый международный фестиваль, который 18 февраля открывается в Большом зале консерватории и продлится до июня. За это время пройдет 5 концертов. Организаторы обещают привести и хорошо известных в России зарубежных исполнителей, и тех, кто еще ни разу не выступал в нашей стране. А откроет фестиваль Юлия Лежнева, певица, которая в свои 24 года уже добилась невероятного успеха. Певица с голосом ангельской красоты, чистейшим тоном и безупречной техникой. Так пишет про Юлию Лежневу зарубежная пресса. И вряд ли найдется хоть один желающий с этим поспорить. То, с какой легкостью и непринужденностью Юлия исполняет сложнейшие партии, приведет в восторг даже самого черствого зрителя. Наверное, знаете, что слушать гораздо страшнее, чем на самом деле исполнять. Даже действительно, я вас понимаю, когда я сама иногда слушаю даже какое-то свое выступление с какой-то бравурной арией, я даже думаю, я, наверное, так больше не смогу. Вот как-то эта музыка производит такой эффект. А все началось с того, что к маленькой Юлии случайно попал диск Чичилии Бартоли. Сильное желание быть похожей на знаменитую оперную диву и привело к таким успехам. Уже с 18 лет певица гастролирует по всему миру, побеждает в международных конкурсах и записывает сольные диски. В свои 24 года Юлия стала одной из лучших в мире исполнительниц барочного репертуара. На открытии фестиваля «Опера априори» она привезла новую программу под названием «От барокко до Моцарта» из произведений Вивальди, Генделя, Гайдна и Моцарта. Она очень сбалансированная, там действительно есть и инструментальная часть, и вокальная, и они друг друга дополняют. Это и аудиторию, так сказать, держит в постоянном каком-то напряжении и какой-то, так сказать, постоянный интерес. Итак, концерт Юлии Лежневой пройдет 18 февраля в Большом зале консерватории. Начало в 19:00. В кассах билетов нет, рассчитывайте на лишний. Расписание остальных концертов фестиваля «Опера априори» узнавайте на сайте консерватории.